В этом году ему исполняется 67. После 2014 года Николай Семина стал писать для созданного после аннексии сайта «Крым Реалии», который заблокировали на полуострове. Через некоторое время он понял, за ним следят. Я видел агентов, которые следили за мной при передвижениях. Я выключал телефоны, но это ничего не помогало. История его уголовного преследования началась с того, что однажды на ноутбуке исчез интернет. Пригласить провайдера специалиста, вот, и их приехало два, вот, и мне кажется, что тогда они установили на компьютер какую-то программу, которая позволила им отслеживать. Из 5 томов дела, больше 2, рассказывает Николай, скриншоты с экрана его компьютера. Следствие их использует как доказательство того, что тексты, опубликованные под псевдонимами, а у Семины было несколько десятков вымышленных имен, написаны именно им. Состав преступления увидели в конкретном материале. О, вот видите? У отдельных провайдеров сайт «Крым Реалии» на полуострове все еще загружается. В разделе «Мнения» тут можно отыскать и тот самый блог. Блокада – необходимый первый шаг к освобождению Крыма. Кормить Крым прекращаем. Все. В сентябре 2015-го крымские татары и добровольческие батальоны перекрыли движение фур на полуостров. Политики, журналисты, эксперты тогда спорили, нужно ли. Если у нас есть цель освобождения Крыма, то блокада как такое необходима. 19 апреля ФСБ с обыском пришли к Семине и еще 6 журналистам, которых подозревали в сотрудничестве с «Радио Свобода». Это оперативное видео позже опубликовали на сайте, подконтрольном местным властям. На местном ТВ Семине посвятили вечернее ток-шоу. Его никто не использовал здесь в качестве реального журналиста, да, реального издания. Он фактически выполнял роль иностранного агента, ну, работал в качестве засланного агента на чужой территории, ну, так как считают его, значит, хозяева. Николай Семина рассказывает, на чем будет строиться его защита в суде. Между Россией и Украиной до сих пор действует договор о государственной границе. В самой России не изменен соответствующий закон, и согласно этим документам и международному праву, Крым украинский. Как минимум статус Крыма сегодня остается не окончательно определен, и он остается спорным. А раз он спорный и не окончательно определен, значит, он остается предметом широчайшей мировой дискуссии. И в этой дискуссии может участвовать любой человек. Однако следователи ФСБ считают, в этом блоге Семина призывал к нарушению территориальной целостности России. Причем конкретной фразы призыва привлеченный следствием эксперт не нашел, говорит адвокат. В выводах значится, это общий контекст блога. Я думаю, что приговор будет обвинительный, но мы хотя бы рассчитываем на то, что ввиду мирового признания Николая Семины, его возраста и состояния здоровья, все-таки суд не пойдет на реальное лишение свободы Николая Семины. Журналисты «Крым Реалии» открыто на полуострове работать не могут, используют шифрованные каналы связи, утверждает главред проекта. Мы получаем информацию из разных источников. Журналисты, которые честно выполняют свои профессиональные обязанности, вынуждены работать подпольно. С просьбой прокомментировать дело Семины журналисты обратились в местную прокуратуру. Однако там не ответили. Николай находится под подпиской о невыезде, ждет суда. Бежать с полуострова не собирается.